Он вышел в среду 9 мая 1945 года. Специальный выпуск газеты «Правда», конечно же, полностью посвятили победе. В преддверии ее 73-й годовщины представители «Молодой гвардии» решили напечатать копию того праздничного выпуска. Для чего? Об этом в репортаже. 9 мая. Никогда не забудет этого дня советский человек. Как никогда не забудет он и 22 июня 1941 года. Между этими датами прошло как бы столетие. Почитать о том, что писала пресса в тот победный май 45-го, для молодых людей не проблема. В интернете множество сканов и фотографий газет. А вот тем, кто был свидетелем этих событий и не пользуется компьютером, остается только вспоминать. Представители «Молодой гвардии» решили напечатать и раздать ветеранам и всем желающим копии выпуска газеты «Правда» от 9 мая 1945 года. Сейчас над этим работают типографии в ряде городов России, в том числе и в Чебоксарах. Сейчас мы хотим по всей России запустить эту акцию и будем раздавать ветеранам, обычным людям, ту самую газету. Мне кажется, действительно ветеранам будет приятно, во-первых, вновь прочитать эту газету, потрогать ее в руках. Акцию поддержали в ряде стран СНГ и Италии. Что касается нашего города, напечатать и раздать активисты планируют порядка 3000 экземпляров. Сотрудники типографии говорят, для них это не просто заказ. Это очень необычный проект, потому что это позволяет как бы окунуться в глубину, почувствовать, напечатать эту газету, почитать же ее. Это очень интересно, потому что мы тоже воевали у нас прадеда, к сожалению, не все вернулись с войны. Получить экземпляр можно будет в День Победы на основных площадках праздника в Чебоксарах. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.